Всем привет! В этом видео я расскажу, как настроить спутниковые бесплатные каналы на старом приемнике типа Globo 400 и аналогов. Еще, несмотря на то, что уже на дворе 2020 год, у многих еще остались эти приемники, и сейчас я вам покажу, как настроить каналы. Заходим в меню. Для чистоты эксперимента я сейчас произведу сброс в заводские настройки. Первым делом заходим в раздел «Система», выставляем язык. Далее в меню заходим в раздел «Установка» и начинаем искать каналы со спутника AMOS. Выставляем порт коммутатора. У меня конвертер, настроенный на спутник AMOS, подключен ко второму порту коммутатора. Далее нажимаю желтую кнопку. В принципе, здесь можно все частоты удалить. И ввести нужно будет три частоты. Нажимаем зеленую кнопку «Добавить». Первая частота 11175, символьная скорость 30 тысяч. Нажимаем красную кнопку, после этого «Ок». Далее нажимаем зеленую кнопку и добавляем следующую частоту 11139, символьная скорость 30 тысяч. Нажимаем красную кнопку «Поиск», «Ок». И третья частота, нажимаем зеленую кнопку, добавляем 12410, символьная скорость 20833, нажимаем красную кнопку, ОК. Далее сканируем каналы со спутника Astra, нажимаем Exit, опять заходим в меню, установка, находим в списке спутник Astra, он может быть как Sirius, неважно. Sirius 5 или Sirius 4.8. Нажимаем ОК. Далее выставляем порт коммутатора. У меня конвертер, настроенный на спутник Astra, подключен к первому порту коммутатора. Выбираем 1.4. Далее нажимаем желтую кнопку. Нажимаем. Встаем на строчку номер ТП. Нажимаем ОК. Находим частоту 12073. Нашли, сигнал появился. Нажимаем красную кнопку. ОК. Сканируем. Далее опять нажимаем ОК. Находим частоту 12130, вертикаль 27500. Нажимаем ОК. Нажимаем красную кнопку. ОК. Опять нажимаем ОК. Находим в списке частоту 12284. Нажимаем красную кнопку, ОК. И опять нажимаем ОК. Выбираем, находим частоту 12303. Нажимаем ОК. Нажимаем красную кнопку. В режиме поиска, кстати, можно выбрать открытые. Находим Белсат. Далее выходим. Заходим вот в меню, вот установка, и ищем каналы, которые находятся на спутнике Hotbird. Выбираем в списке спутника Hotbird. Далее в строчке DCQC выставляем порт коммутатора. У меня конвертер, настроенный на спутник Hotbird, подключен к третьему порту коммутатора. Я выбираю 3 четвертых. Нажимаю ОК. Далее нажимаю желтую кнопку. Встаю на строчку номер ТП. Нахожу в списке частоту 11034, вертикаль. Нажимаю красную кнопку. Режим поиска меняю на открытое. Нажимаю ОК. Далее аналогично сканирую частоту 11240. Далее
нахожу в списке частоту 11, далее нахожу в списке частоту 12226, вертикаль 27500. Нажимаю красную кнопку, режим поиска открытые, окей. И сканирую частоту 12380. И последнюю частоту, которую нужно отсканировать, 12597. Нажимаем ОК. Красную кнопку, режим поиска открытый. Выходим, нажимаем Exit. Далее нужно навести порядок в каналах. Заходим в раздел «Канал», выбираем «Менеджер ТВ-каналов». После этого нажимаем желтую кнопку «Редактировать», вводим пароль по умолчанию 4.0 и удаляем каналы, которые не работают закодированы или работают в другом формате. После того, как выделили все каналы, которые нужно удалить красной кнопкой, нажимаем Exit, выбираем «Да» и выходим. Для того, чтобы ввести без ключи, нажимаем 9339. У нас на данный момент открыть можно только первый национальный. Заходим в раздел «Key Edit», заходим в вкладку «Biz». Добавляем ключик, нажимаем зеленую кнопку «Добавить». Сервис ID вводим «D». Частота 11175 и ключ 10.06.10.00.11.07.11. Нажимаем «ОК». Выходим, проверяем работу первого национального. Все заработало. На этом все. Настройка спутника считается. На этом все. Настройка приемника считается оконченной. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео, а также все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!